Андрей Деркач. Не могу сказать, что был бы объективен, оценивая фильмы, поскольку была презентация фильма «Адам, где ты?». Даже в названии самом, когда идет, собственно говоря, такое очень сложное богословский вопрос. И даются на него ответы. Так вот, с точки зрения Геранды, во многих жизнях тех людей, с кем он встречался, он практически у каждого откладывал какую-то свою мысль, свою историю. Он всегда где-то предвидел во многом. Вот сейчас бы, я думаю, что посмотрев на ситуацию, когда его все хвалят, он сказал бы: «Прекратите!» Как он говорил: «Прекратите!» Мы ему когда показали фильм, это было, наверное, один раз в истории всего монастыря за 1000 лет, когда мы трапезную монастыря переделали в Катрусинкино зал и показали фильм, тот, который был снят в 2013 году. Он вместо «спасибо» говорит: «Да, я собирался сразу попасть туда, куда надо, а сейчас вы меня искусили, искусили». Ну, конечно, был благодарен за этот фильм. «Адам» – другой фильм, это другое восприятие Геранды. И вот опять в жизни Украины он тоже большую роль сыграл. Я помню, когда мы приехали с блаженнейшим Ануфрием, еще ничего не предвещало ситуации с Томасом. Он практически 12 минут говорил проповедь про исповедание веры. Никто не мог понять, почему. А потом произошли те события, которые произошли. И с точки зрения Геранды, я успел с ним проститься. В одну ночь практически я позвонил утром Нестору Ивановичу, Борису Тодорову, мы успели проститься, приехать. Да, рвались как бы попасть на похороны, но услышали от отца Александра благословение Геранды хоронить быстро, без гостей, без почести, по-монашески. И, собственно говоря, ну, как бы так и произошло. А потом каждый из нас, когда приезжал, долго думал, а как будет Дахиария без него? Я благодарен новому игумену монастыря Дахиар, Амфилохию, старцу, за то, что мы чувствуем, что ничего не изменилось, Геранда рядом. Более того, я помню, когда приехал, сразу буквально через неделю, мы на 9 дней приехали, и там как-то так легли мы, поставил табуретку, лег вечером на его могилу и там, значит, пытаюсь поговорить, ответов на вопросы нет, а потом слышу голос такой от него: там, что ты тут разлегся, что ты тут изображаешь, табуретку забрал, говорит, быстро пошел, молись, когда надо, приду. И потом мы все поняли для себя, что Геранда рядом, и сегодня в зале, я думаю, что он здесь, поэтому... Спасибо ему, что он у нас был. А фестиваль объявляю 17-й закрытым. Новый путь. Пусть будет у нас 18-й фестиваль в мирной стране под мирным небом. Поможи, Господи. Ну что ж, 17-й кинофестиваль «Покров» официально закрыт.